Добрый вечер. Как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Мона Христина. А чем ты занимаешься? Ты сюда пришла как гость или как участник? Я сюда пришла как участник, я рисовала свои картины. А какие ты картины рисовала? Как ты их нарисовала? Можешь немножко рассказать? Я рисовала их маслом и акварелью, где-то по 2 часа. По 2 часа? Уходит на одну картину? Или в день ты рисуешь по 2 часа? В день по 1-2 часа. И сколько времени надо, чтобы нарисовать одну картину? Если по один, то где-то 3 дня. 3 дня. За 3 дня такую красивую картину ты можешь нарисовать. Минимум. Минимум. А как давно ты начала рисовать? В 6 лет. 6 лет. Ты просто сначала пробовала рисовать или сразу начала картины рисовать? Ну, это надо рассказать историю. А какая же у тебя история? Расскажи, нам всем интересно. Я, когда была маленькой, я не ходила ни на какие кружки. И я просила записать в один, другой, но меня не записывали. Ну, наконец пришла зима, праздник. Я вижу в окно, но мне вдохновила картинка там. Я решила срисовать. Мама сказала: «Все, отправляю тебя на рисование». А я, может, больше не хотела. Ну, ты продолжала рисовать? Да. Ну, вот видишь, ты нашла себя в 6 лет, да? Сколько тебе сейчас лет? 9. 9. Уже ты в течение 3 лет рисуешь. А танцуешь ли, поешь ли? Чем ты еще занимаешься, кроме рисования? Шью, танцую. Еще иногда модельершей выхожу. А как же ты все успеваешь? У тебя очень много кружков. А ты в школе же еще учишься? Да, но это секрет детства. А, это секрет детства или мечта детства? Секрет. Ты какая загадочная у нас. Ну хорошо, тебе сегодня на сегодняшнем мероприятии нравится? Очень. А чем тебе понравилось? Ну, что можешь познакомиться с другими людьми, поболтать, показать свои картины. Ты такая юная, но ты такая мудрая, и у тебя мышление совсем как у взрослого. Ты все время такой была? Да. Какие ты пожелания всем пожелаешь в преддверии Нового года? И, конечно же, себе. Я пожелаю найти себя и хороших подарков. Всем-всем, даже себе. Огромное тебе спасибо. Я очень была рада с тобой пообщаться. И, конечно, я для себя тоже взяла какие-то заметки. Надо быть такой юной дарованием, не каждому дано. Желаю тебе процветания, всего-всего хорошего, познакомиться тебе побольше интересными людьми и получить колоссального опыта. Спасибо. И вам тоже. До свидания. Спасибо. До свидания.